финансовый бренд. Да, это, скажем, второй по значимости турнир, и те, видно, финансовые бонусы, они больше убыточные, потому что все команды, которые участвуют в Лиге Европы, мы увидели Полтаву, идет спад в чемпионате, люди, не привыкшие играть на два фронта, потому что, ну, или в техническом плане, или я не тренер, не могу этого сказать, но мы наблюдаем картину большого спада. И финансового, в том числе, Черноморец, достигая высот в Лиге Европы и показывая хорошую игру, развалился финансово. Ну, не развалился, скажем так, а пересмотрел свои. Да, повлияла ситуация в Украине. Но, наверное, и расходы, которые связаны с Лигой Европы, тоже. Лига чемпионов, да, это и контракты, и спонсорство, это и финансирование. Практически сегодня Лига чемпионов содержит всю Европу. Детские, юношеские, молодежные программы по женскому футболу, поступления для детского футбола, клубов и так далее, и так далее. Финансирование отборочных чемпионата Европы и так далее, и так далее.